Сегодня по всей республике стартовала вакцинация против вируса папилломы человека для девочек в возрасте от 11 до 14 лет, которая позволит в будущем предотвратить ежегодно более 600 случаев заболеваний и около 300 случаев смерти от рака шейки матки. Вот эту вакцинацию нельзя делать в том случае, противопоказано тем девочкам, кто сейчас находится в острой стадии заболевания. То есть у кого температура, насморк, кашель, а во всех остальных случаях эту прививку можно получить. Если у ребенка есть какое-то хроническое заболевание, если он сейчас находится в стадии ремиссии, эту прививку тоже можно получить. В школе-гимназии номер 2 города Канта обучаются около 200 девочек вакцинационного возраста. Ну а первый день прививку получают 20 школьниц. Само мероприятие по вакцине будет проходить 3 дня. Да, конечно, как всегда, то, что новое, вызывает интерес с одной стороны, с другой стороны опасения. Конечно же, многие родители были против этой вакцины, но, наверное, скорее всего, оказала помощь то, что вот учителя активно работали, родительский комитет активно работал, проводили разъяснительную работу, и с помощью всех этих работ сегодня вот девочки получают вакцину. Также в школе-гимназии номер 2 имени Касымбаева села Лебединовка провели для родителей разъяснительную работу о необходимости вакцинации. Так Аида Сыдыкова решила сразу же привить свою дочь, ученицу 5 класса, Аруке Абдыкаимову, и заранее защитить ее от страшного недуга. Я послушала врачей. Они нам объяснили о плюсах вакцины. Я верю, что она нужна. Я думаю, что наше правительство и Министерство здравоохранения не просто дало разрешение на эту прививку. Эта вакцина поможет нам защитить наших дочерей от плохих болезней. Буду верить в то, что это поможет мне в будущем, и я буду здоровой, и у меня будет хорошее здоровье. Это у нас по Паламудунскому району у нас 4 школы. В этих мы проводим в основном в школах это начнем. А те, которых вот отсрочили на временное это от прививки, тогда они в последующем могут зайти к нам в поликлинику и получить в прививочном кабинете. Отметим, кампания вакцинации проходит в каждом районе области, и первые прививочные дни идут в школах. Рак шейки матки является серьезной проблемой общественного здравоохранения по всему миру. По оценкам ВОЗ, рак шейки матки является 4-м по распространенности видом рака у женщин. В 2018 году более 560 тысяч женщин в мире заболело раком шейки матки, и более 300 тысяч умерло от этого заболевания. Рахат Батрибекова, Ясен Юсюнов, СТВ, Чуйская область.